Благоустроенным сквером в Муроме станет больше. Уже в ближайшие недели завершится строительство еще одной зоны для прогулок и отдыха горожан. Сквер около стадиона Виктора Лосева вырастет на месте пустыря и дополнит собой ансамбль спортивных сооружений. Подробности в сюжете. Новый и необычный для Мурома стиль деконструктивизм привнесет в городскую среду нарочито сложные изломанные формы. Известные примеры в европейских городах – танцующий дом или кривой дом. В нашем же округе похожей формы – деструктивный газон. Зазеленеет уже следующей весной. А вот сквер около стадиона Виктора Лосева будет открыт в ближайшее время. Здесь же будет установлен памятный знак, посвященный визиту в Муром легендарного советского вратаря Льва Яшина. Березка находится за моей спиной, была в свое время посажена знаменитым советским вратарем Львом Яшиным. Поэтому здесь будет установлен футбольный мяч. Я напомню, что он был обладателем золотого футбольного мяча с памятной табличкой. Я думаю, что будет такое знаковое место для футболистов, и символичное, и знаковое, а для кого-то, может быть, даже и такое суеверное. Новый сквер разместится на месте пустыря и хозяйственных построек дома без удобств. Он еще недавно стоял на центральной улице и, прямо скажем, не украшал въезд в город. Его жители получили благоустроенные квартиры, а муромляне приобретут новое место для культурного отдыха и прогулок с детьми. К тому же новый сквер завершит собой архитектурный ансамбль нового стадиона имени муромского футболиста, олимпийского чемпиона Виктора Лосева. Такого в городе еще не было, поэтому... Это интересно и архитектурно, это и украшает город, поэтому будем продолжать вот так же работать, чтобы город был наш необычным, современным и интересным. Строить на месте вот таких вот пустырей благоустроенные красивые места отдыха стало муромской традицией. Так центр города украсили сквер Ермакова с бюстом муромскому главе и Вознесенская площадь с фонтаном. В микрорайоне Вербовский была отреставрирована заброшенная площадь имени олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Эти объекты уже стали визитными карточками Мурома. Очередь за сквером Льва Яшина. Ольга Келешна, Александр Симонов, Новости Муром.